черт, видите, это банда! Это просто жесть, что происходит! Черт, это мороженое было кровь! Эй, мороженщик, что тебе от меня нужно? Чё творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь Тредрибе Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против пищи нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня будет реальная жесть. Потому что недавно в сообществе канала я сделал голосование. Какую игру вы больше хотите, чтобы я проверил в 3 часа ночи? И большинство из вас, банда, проголосовало за игру Ice Cream. Игра про зловещего мороженщика, у которого вместо головы мороженое. Это очень жутко выглядит. У меня все еще мурашки по коже, когда я вспоминаю его. Именно поэтому сегодня в 3 часа ночи я проверю эту игру. И я очень надеюсь, что все будет нормально и никакой мороженщик не будет за мной охотиться сегодня ночью. Тем не менее, почти год назад я уже проходил эту игру. И ничего страшного, кроме самого мороженщика, я не видел. И очень надеюсь, что сегодня будет все то же самое. Именно поэтому сегодня в 3 часа ночи я проверю эту игру. А также продавайте на это видео, наберем 10 лайков. И тогда я проверю еще какую-то легендарную игру в 3 часа ночи. Напиши мне в комментариях, какую игру проверить. И я обязательно это сделаю. А также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. И в своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Отвечаем буквально каждому. Тебе всего лишь нужно подписаться на мой или на нас инстаграм и написать нам директ. И все, жди ответ. А тем временем, бро, мы ждем 3 часа ночи, чтобы начать играть в игру. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, потому что на часах уже 3 часа ночи. То самое мистическое время. Ведь именно в это время происходит вся эта мистика со всеми играми. Но сегодня, банда, я проверяю игру мороженщика. И очень надеюсь, что все будет нормально. Тем не менее, я уже запустил эту игру. Окей, банда, вот так это выглядит. В принципе, пока что ничего примечательного, обычная игра. Я могу здесь так же управлять, как и на телефоне. Видели это? Там был какой-то пролог. Были явно какие-то помехи. Тем не менее, бро, я пока что пытаюсь освоиться. Здесь очень необычное управление. Окей, окно, нам нужно его открыть. Итак, у нас начался какой-то видеоролик. Посмотрите, это и есть тот самый мороженщик, вы это видите? Это он, о нем я вам и рассказывал. Это просто жесть, просто посмотрите на него, какой же он стрёмный. Господи, что он вообще сейчас будет делать? Я помню, что он потом поймал этого мальчика, посмотрите! Он его просто заморозил, что происходит? Я не помню, чтобы раньше такие были помехи. Это просто жесть, господи. Он реально его заморозил, вы это видели? А теперь у него украл. Это просто жесть, банда, мне просто в это не верится. Я очень надеюсь, что если вдруг мороженщик какая-то в нашем мире, то все будет нормально, никого из нас Настя не тронет. Тем не менее, давайте сыграем в эту игру. Итак, нам нужно спасти этого мальчика. Найдите веревку в ящике, чтобы спуститься на улицу. Окей, я помню, что веревка была где-то здесь, в одном из этих ящиков. Именно поэтому давайте посмотрим. Окей, банда, вот веревка. Идем теперь к подоконнику, чтобы спуститься вниз. Так, взаимодействовать. И теперь я могу запросто спуститься с этой комнаты. Господи, как же я волнуюсь, это просто жесть. Как я давно не играл в эту игру. Тем не менее, вот фургон мороженщика, просто посмотрите. На вид это реально обычный фургон мороженщика. Никто не подумает, что есть какой-то страшный маньяк, который просто-запросто вас убьет. Окей, я понял, что нужно спрятаться в эту будку. Итак, прячемся. Начался еще какой-то ролик. Господи, здесь явно какие-то помехи, раньше их не было. О, черт, видите, это банда! Это просто жесть, что происходит! И вы слышите, как он страшно поет! С его голосом явно что-то не то! О, господи, он что-то уронил! Черт, думаю, нужно подойти подобрать это! Как я помню, это должна была быть карта! Окей, Суприм Банда, и пока что ничего примечательного, кроме этих странных помех и этого темного видеоролика! Тем не менее, давайте заберем эту карту! Господи, как же волнуюсь, Суприм Банда, я даже не могу ее с первого раза подобрать. Тем не менее, бро, я уже ее забрал. Теперь я должен пойти в фургон и поставить ее на место. И именно с помощью этой карты я смогу путешествовать. Господи, что он не понимал, как я иди? Он меня просто заморозил, я не ожидал этого. Где я оказался, черт? Это кафе, как так? Я не должен был здесь быть. Сначала должен был поставить карту на место, а потом уже телепортироваться. Окей, Суприм Банда, это все очень странно. Но я напоминаю, что мы играем в 3 часа ночи. И с этой игрой может происходить максимально все необычное. Окей, банда, давайте попробуем войти в это кафе. Ой, черт, меня немного отпихнуло.
Тем не менее, господи, как только он снова не поймал на этой педите, я только хотел уйти. Окей, у меня осталось всего лишь две жизни. В этой педите, после этих двух жизней, он может меня просто-запросто убить. Окей, кажется, в этом холодильнике нахожусь я. Итак, давайте теперь просто выйдем. Черт, Супримбанда, это просто жесть, мне просто не верится. Я не помню, чтобы с игрой год назад происходило что-то такое странное, как, например, эти помехи, и как то, что меня самого телепортирует по локациям. Тем не менее, нам нужно выбраться с этого гаража. Окей, я могу открыть эту дверь? Нет, я не могу открыть эту дверь. Эти ворота нельзя открыть отсюда. Окей, что мне делать дальше? Возможно, я могу выбраться через окно. Нет, с окном тоже нету никакого взаимодействия. Это очень странно, я не помню, как отсюда выбраться. Эти кабели должны быть соединены, чтобы открыть дверь. Окей, как я помню, здесь это должна быть какая-то изолента. Я очень надеюсь, что она все еще здесь лежит. Потому что если в 3 часа ночи она просто пропала с этой игры. Окей, пока что нету никакой изоленты. А вот она! С помощью изоленты я смогу соединить этот кабель и выбраться с этого гаража. И тогда я сейчас смогу убежать от этого мороженчика. Я очень надеюсь, что все сработает. И так дверь открывается, банда. Как я говорил, это все-таки сработало. Окей, нужно поскорее что-то здесь найти, я только не помню что. Итак, нужно быстрее все здесь обойти, чтобы найти, что мне нужно. Ага, вот она, канистра, точно! Мне нужно было забрать канистру и отправиться на... О, черт! Он прямо здесь стоит, банда, вы это видите? Господи, мне нужно как-то аккуратно подойти, очень тихо. Это просто жесть, слава богу, что он отходит. Окей, забираем канистру и бежим к машине. Я очень надеюсь, что все будет нормально, банда. Я очень надеюсь, что мы не потратим еще одну жизнь. Тем не менее, вот машина, я почти уже около нее. Черт! Новый. Даже не успеваю открыть дверь машины, как он уже сразу же оказывается здесь. И все, у меня просто перестала работать игра. Банда, что происходит? Игра просто не работает. Просто посмотрите на это, банда. Окей, ничего не понимаю, что происходит. Господи, банда, в 3 часа ночи реально начало происходить что-то странное. Потому что мой ноутбук просто не работает. На нем совсем не работает экран, вы это видите? Это просто жесть. И это случилось именно в тот момент, когда я играл в мороженщика. Именно в тот момент, когда он меня убил. Я не понимаю, что происходит, потому что в игре у меня еще было как минимум две жизни. Вы сами это видели. Тем не менее, мой компьютер больше не работает. О, господи, это еще что? Я кто-то только что позвонил в дверь в 3 часа ночи. Я очень надеюсь, что это был не мороженчик. Черт, это просто жесть, Супримбанда. Окей, там никого не видно. Нужно посмотреть, что пришло. Черт, о, господи, здесь какая-то коробка, банда. Неужели этот мороженчик? А черт, я очень переживаю, что это? Господи, Супримбанда, подумай только. Кто-то в 3 часа ночи под моими дверьми оставил эту коробку. Интересно, что там вообще может быть? А еще самое страшное то, что это случилось именно в 3 часа ночи. После того, как я сыграл в игру мороженчика. Что если там что-то от мороженчика? Черт, окей, на все быстрее идем на кухню, откроем ее. Окей, Супримбанда, мне очень интересно, что же в этой коробке. Вы слышите, там что-то есть? Окей, давайте уже скорее ее откроем. Интересно, что там? О, господи, вы это видите, банда? Здесь какое-то мороженое. Черт, самое страшное то, что это пришло мороженое именно после того, как я сыграл в игру мороженчика. А что если это от него? Неужели в реальном мире существует этот же монстр? Этот монстр-мороженчик, черт. Окей, давайте откроем, посмотрим, что это за мороженое. Черт, Супримбанда, это просто жесть. Оно полностью растаяло. Просто посмотрите на это. На вид это реально обычное мороженое. Но мне кажется, что с ним явно что-то не так. Окей, я думаю, что нужно его попробовать хотя бы для начала, чтобы понять, что с ним не так. Черт! Серёж, что с тобой? Я просто жесть, Настя! Черт, это мороженое было кровь! Самая настоящая кровь, господи! Это просто жесть, банда, вы это видите? Да просто в это не верится, просто посмотрите на это! Это настало мороженое, явно мороженщик! Тем не менее, произойдет, вы можем понять, что мороженщик существует в реальном мире! И он явно уже кого-то убивал, потому что он добавляет свое мороженое человеческую кровь! Черт, это просто жесть, банда, мне в это не верится! Просто посмотрите на это! Я еще его немного укусил! Это просто жесть, банда, фу! Супримбанда, просто посмотрите на это! Здесь перемешку вместе с цифрами и буквами написано «Мороженщик». О, господи, неужели это реально? Он мне звонит, Супримбанда. Я не знаю, что делать. Это такая жесть, я вам говорил, он реально существует. Окей, я думаю, нужно взять трубку и узнать, что от меня хочет. Такая жесть. Эй, алло? Алло, мороженщик, это ты? О, господи, он что-то говорит мне, банда, вы это слышите? Черт, это просто жесть! Эй, мороженщик, что тебе от меня нужно? Черт, пожалуйста, не трогай меня, не убивай меня, пожалуйста! Эй, ты меня слышишь? Что с ним не так, банда, вы это видите? Почему?
О, господи, он дует своим синим воздухом! Это просто жесть, Банда! Он только что заморозил свой телефон и сразу же пропала связь, посмотрите! Это такая жесть, Суприм Банда, мне просто в это не верится! Вы самый добедненный был реальный мороженщик! Господи, Суприм Банда, мне просто в это не верится! Мы только в 3 часа ночи сыграли в эту игру! Моментально сразу же начало происходить что-то странное! Сначала сам выключился ноутбук и больше не включался! Потом мне пришло это странное мороженое с кровью! А потом мне позвонил сам мороженщик, Банда! Это такая жесть, мне все еще в это не верится! Тем не менее, я очень надеюсь, черт, там что-то падает, Настя, прячемся! Скорее под стол! Это просто жесть, господи! Господи, это же он! Господи, Настя, ты видела его? Да, это просто жесть, какой же он стрёмный, чёрт! Окей, мы можем уже вылазить отсюда. Господи, он ушел куда-то на балкон. Это просто жесть, мне просто в это не верится, Настя. Это такая жесть, Суприм Банда, мы с вами видели этого мороженчика. Он такой огромный в реальной жизни. Окей, Настя, тем не менее, нам нужно срочно что-то делать. Мы должны куда-то убежать, что ты думаешь? Давай убежим из дома. Да, я с тобой согласен. Господи, Банда, а еще я заметил, что этот мороженчик был в маске. То есть, получается, он носит какую-то маску, которую мы сможем запросто снять. Окей, Банда, вы знаете, что делать? 10 тысяч лайков. Я снимаю маску с этого мороженчика. И, возможно, мы увидим его настоящее лицо. Черт! О, господи, Настя! Черт, это он звонит! О, господи, скорее прячемся, он уже идет сюда! Черт, Настя, быстрее! Это просто жесть! Господи, он уже где-то там, скорее прячься! И Суприм Банда, это такая жесть! Мы реально должны снять маску с этого мороженчика, чтобы увидеть его настоящее лицо! Черт, Настя, ты видишь его? Да, вижу! Это просто жесть, он пришел к моему телефону! Он будет очень сильно злиться, посмотри! С ним явно что-то не так, черт! Это просто жесть, Банда, я в таком же шоке! Господи, это реальный мороженчик, это просто жесть! Он куда-то уходит! Да, я вижу, это черт! Окей, Суприм Банда, это уже очень опасно! Нам нужно поскорее уйти с этого дома, потому что он может нас запросто схватить и заморозить! Мы с ним просто разбились, как людышку! Окей, мы скорее бежим! Черт! О, господи, Банда, это просто жесть! Нужно скорее убегать! Окей, вот ключи! Черт, я в таком же шоке, Банда! Господи, ну же, давай! Мне что-то съело, я не могу это открыть! Настя! Настя! Отпусти ее! Черт! Черт! Настя, что с тобой, господи? Это просто жесть, Банда, она заморожена! А он, где он, куда-то убежал? О, господи, я должен как-то спасти Настю! Нужно ее разморозить с помощью фена! Окей, я должен что-то с этим сделать! О, господи, Банда, я должен спасти Настю! Нужно быстрее ее разморозить, пока ее сердце не заморозилось! Иначе она тогда просто умрет! Окей, вот ванная! Черт, я в таком шоке! Это был реальный мороженщик! Окей, Банда, я притащил Настю! Черт, где-то здесь был фен! Окей, я должен ее спасти! Черт, давай, пожалуйста, Настя, живи! Господи, все буквально замерзло, вы это видите, Банда? Даже волосы ничего не делают в этой визите. Так, и тем не менее, вы посмотрите. Оно прямо на глазах уже тает в этой визите. Это просто жесть, Банда, я, возможно, прям сейчас смогу его спасти. О, господи, Банда, мне кажется, что я уже ее почти спас. Потому что, посмотрите. Сереж, мне холодно. О, черт, это просто жесть. Ты полностью растаяла. Мороженщик тебя схватил, Настя. Окей, Суприм Банда, нужно продолжать то, что я делаю. Тем не менее, провод комедии за прошлое видео. Просто видите, какие шикарные. И делаешь комментарии. А про если вдруг ты хочешь последующее видео, всего лишь тебе нужно допуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик и все, против мной видео. Лайк, колокольчик, комментарий, видео, бандит. Также про 10 тысяч лайков есть мою маску с этого мороженчика. И пропомни одно, оставайся таким шикарным. Пока. О, господи, нет, отстань от нас, черт.